Две аварийные бригады ТСК «Мосэнерго» устранили утечку на магистральном трубопроводе в Новых Химках. Глава округа Дмитрий Волошин лично проконтролировал ход восстановительных работ. Авария затронула в настоящий момент 70 многоквартирных домов Новых Химок. Это и улица Родионова, Мельникова, Молодежная, часть Юбилейного проспекта. Провели здесь 4 раскопки, нашли аварию протяженностью 200 метров трубопровода. Но, тем не менее, нам удалось за сутки сейчас найти порыв. Чтобы определить точное место повреждения, подняли плиты перекрытия, затем откачали воду. На поврежденный участок трубопровода установили специальную латку. Сначала с тем, что именно утечка, она под асфальтным покрытием, и у нас было затрачено время на именно поиск самой утечки. На данном участке нами были привлечены две бригады ТСК «Мосэнерго». Это непосредственно здесь мы с вами видим. Техника сегодня работала здесь, экскаваторы и два GCB, полноценный экскаватор, скажем так, техника для откачки воды, газели. То есть полноценно 5 единиц техники, 20 человек. После того, как протечку обнаружили, специалисты предприняли все возможные меры, чтобы сохранить комфорт жителей. Хочу отметить, что потребители не отключались. Мы просто собрали резервную схему. Возможно, было ухудшение параметров на период переключений. Но в настоящий момент все потребители с теплом и горячей водой. Вопросы теплоснабжения в Химках регулярно решают на оперативном штабе, который проходит в округе по инициативе главы Дмитрия Волошина. Встречи продолжатся до конца отопительного сезона. Андрей Липанов, Елена Тараненко, Вильфред Дымковский. Новости Химки ТВ.